Дорогой Дедушка Мороз, подари мне в этом году встречу с моими любимыми футболистами Локомотива. Ну что, загадал желание? Да. Тогда скорее ложись спать, а то Дедушка Мороз не успеет его выполнить. А ты мне почитаешь сказку? Твоя любимая? Да. Ну, слушай. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были три богатыря. Первый самый мудрый. Второй – самый сильный. Третий – самый юный и смелый. И самый веселый. Кто? Ты самый веселый? Парни, спокойно. Извините, продолжайте. И отправились как-то богатыри за кубком волшебным, чтобы тот зимой холодный сердца простых жителей согревал. Ведь старый кубок уже всю свою волшебную силу людям отдал. Бросили богатыри клубок путеводный и отправились за ним в путь дорог. Долго ли шли они, коротко ли, да пришли к горе медвежьей. Я понял. Медвежья гора – это типа премьер-лига. Ну и кто здесь теперь самый мудрый? Много препятствий ожидало богатырей на той горе. И болото зыбучие, и морозы трескучие. Продолжайте, очень интересно. Да только богатыри сильнее всех преград оказались и добрались до самой вершины Медвежьей горы, где среди богатств несметных кубок волшебный хранится. Да только нелегко этот кубок забрать, ведь охраняет его страшный змей Горыныч. Ноздрями фыркают, изо всех голов пламя изрыгают. Они испугались его богатыри, подняли свое оружие и сошлись со змеем трехглавым в смертной битве. Конец! Как конец? Кто победил? А об этом мы узнаем в следующем году. Футбольный клуб «Локомотив» поздравляет вас с Новым годом и желает вам исполнения самых заветных желаний.